За неделю участники форума современной журналистики посетили Новороссийск, Ялту, Крым и Севастополь. В числе пассажиров теплохода были гости из Болгарии и Сербии. Председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова не первый год приезжает в Сочи, но в морском путешествии вдоль побережья России побывала впервые. Мне все это особенно дорого, потому что, можно сказать, я с того берега Черного моря. Вы знаете, что Черное море – это наша общая граница, скажем так. Если вы меня спросите, что на вас привело самое сильное впечатление и что вам запомнилось больше всего, то, конечно, я скажу, что это люди. Вот встреча с людьми для меня – это самое огромное богатство, которое мне вы подарили. В отличие от болгарской делегации, гости из Сербии впервые участвуют в традиционном сочинском форуме журналистов и рассчитывают на продолжение отношений между странами. А насчет этой поездки и этого круиза только самые лучшие слова. Это была частью деловая поездка. Вы, вероятно, прекрасно знаете, что сербы очень любят Россию, русский народ, русскую культуру, русскую музыку, русскую науку, русское искусство. И я просто всегда чувствую, что и русские любят сербов. Я это должна подчеркнуть. Это такое взаимное отношение, как брат брату. Так что у нас даже есть такое словосочетание, такое «мать Россия». Мы даже подпишем соглашение о сотрудничестве здесь и продолжим наше сотрудничество. Круиз на теплоходе «Князь Владимир» – одна из преференций, которая сегодня доступна членам Союза журналистов России. Участникам форума и их семьям предложены скидки на путешествие в плавучем отеле. Мы стараемся наш билет Союз журналистов России сделать весомым, то есть наполнить его еще какими-то дополнительными возможностями. И теперь при предъявлении нашего билета, членского билета Союза журналистов России, 32 санатория здесь в Эмеретинке дают скидку для всей семьи журналиста в сезон 14%, не сезон 20%. То же самое скоро будет в Каменводах. То же самое будет вот с Болгарией, с Кипром. Я думаю, что мы это будем обязательно продолжать. Будем наполнять наш билет еще более интересным и весомым содержанием.